А вот заезд на кладбище показывают. Копают новые могилы. Там уже места уже не хватило, они сейчас вот здесь уже хоронят. Народу-то сюда вообще. Вся парковка занята, кольцо все занято. Молодые ребята погибли непонятно за что. Вот их сколько тут подвозят. Один за другим вообще едут. Щебень навезли. Вон тоже роют. Это тоже грузовик с кучей щебня или что тут навезли. Ужас, ужас. Катафалки в очередь стоят просто. Здесь на прошлой, подождите, когда? В декабре еще ничего не было, вообще ни одной могилы тут не было.